Сегодня ученые Казахстана отмечают профессиональный праздник. Мои алматинские коллеги побывали на филологическом факультете Казахского национального университета имени Аль-Фараби, где работает доктор филологических наук Баян Джолдасбекова, продолжительница знаменитой династии ученых. Династию Жолдасбековых знают не только в Казахстане, но и за его пределами. Ее основатель, академик Омербек Жолдасбеков, известен как ректор, превративший старинный университет в огромный студенческий город, которым сегодня гордится не только казну имени Аль-Фараби, но и весь Казахстан. Я думаю, что если бы не было этого удивительного человека, возможно, не было бы и нашей гордости. Кампус КазГУ, который раскинулся, все это видят, на огромной территории, великолепная территория, благоустроенная, озелененная, которая год от года у нас усовершенствуется, инфраструктура. Несмотря на то, что супруга Умербека Арислановича, Майя Михайловна Багизбаева, уделяла много времени воспитанию детей, ей удалось достичь больших высот в науке. Именем доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки сегодня названа родная кафедра в казну. Все ее трое детей пошли по стопам родителей и образовали славную династию. Я очень горжусь тем, что родилась в такой академической семье. Вот, и воспитание мы получили соответствующих. И вот мой старший брат пошел по стопам папы, моя младшая сестренка тоже. Значит, Скандербек – это доктор технических наук, и младшая моя сестренка – кандидат технических наук. Ну, а я, как любимица, мамина и папина тоже, я все-таки выбрала словесность, филологию, потому что в нашем доме всегда было очень много книг. Всегда велись такие беседы. Имя академика Жолдасбекова сегодня носит дворец студентов Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Рядом установлен памятник выдающемуся ученому. А дети и внуки продолжают дело родителей. Аскар Сергалиев, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар 24.